Рецепт приготовления замечательной глазури для шоколадных пирогов и кексов. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Приготовьте ваши любимые шоколадные кексы или пирог. В миску налейте молоко и добавьте к нему муку. Тщательно перемешайте и поставьте на миску на средний огонь. Продолжайте помешивать до густого состояния. Масса должна получиться очень густой. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Затем охладите молочную массу и добавьте ваниль, перемешайте до однородной массы. В миску миксера добавьте сахар и масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте молочную смесь. Хорошенько взбейте до консистенции крема. Когда крем будет готов, можно приступать к нанесению на выпечку. Лопаткой аккуратно нанесите глазурь на выпечку. Готово, можно подавать к столу, а можно и приукрасить глазурь, добавив немного маленьких дрожжей. Засыпьте дрожжи в миску. И положите кекс с кремом вниз. Готово, приятного аппетита. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Мука 80 грамм, молоко 250 миллилитров, ваниль 1 чайная ложка, масло 250 грамм, сахар 250 грамм, количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.